В округе провели конференцию делегатов первичных отделений Московского областного отделения Российского движения школьников. Какие темы обсудили на встрече, расскажет наш корреспондент. Любовь к родине, уважение к семье и бережное отношение к природе. Ценностей у активистов Российского движения школьников немало. Воспитание патриотизма в детях стало ключевой темой конференции. Рассказали и о проблемах, с которыми сталкиваются современные школьники. Мы сегодня сталкиваемся со многими рисками, не только в образовании, но и в обществе. Один из главных рисков – это отсутствие мотивации. Войдя в это движение школьников, вы фактически уже стали соработниками всех направлений образования. И не только образования, это и культура, и спорт. Польза таких объединений очевидна. В коллективе ребенок не чувствует себя одиноким. Мнением на эту тему поделился глава городского округа. Владимир Ружицкий подчеркнул важность общественных организаций для детей. А РДШ – это преемники пионерского движения. Я хочу вам сказать, что потребность школьника, неважно, это 5-й класс или 10-й, быть на равных кто тебя окружает. Российское движение школьников – это общественно-государственная организация. Ее цель – направить подрастающее поколение на верный путь, воспитать правильные ценности и организовать внешкольный досуг для детей. Айташ Щерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.